Правительство Ульяновской области оказывает меры поддержки предприятиям, на которых работают сотрудники с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. Губернатор Сергей Морозов посетил одно из таких предприятий – «Автоконтакт», встретился с его руководством и обсудил вопросы развития. Промышленная площадка специализируется на производстве автокомпонентов – гофрокартона и гофроупаковки. Более 80% объемов нам давал Ульяновский автомобильный завод. До недавнего времени, подчеркиваю, до недавнего времени. Вот, мы делали что? Мы делали сиденья, мягкие, жесткие, столы фермера, козырьки, шумоизоляцию, штамповку, изготавливали различные узлы из деталей Ульяновского автомобильного завода. Потом, где-то начиная с 2003 года, мы начали очень энергично осваивать светотехнику, тоже для автомобильной промышленности. Буквально за 2 года мы освоили целый ряд светотехнических изделий. И у нас тоже было, в общем-то, неплохо. Однако экономический кризис в 2008 году пошатнул ситуацию на заводе. Объемы заказов сократились в 2 раза. Руководство предприятия вынуждено было пересмотреть направление производства. Соответственно, произошла переориентация на картонажное производство. Вот так, как в свое время по картонажке возникла идея, значит, я думаю, что она вот сегодня является хорошей пятой, вот хорошим таким подспорьем. Тем более, что она удачно реализована. Дай Бог, чтобы вышли, так сказать, на 9 лет, так вообще. Я думаю, что это совершенно другая финансово-экономическая ситуация была. Если есть еще какие-то идеи, приходите. Давайте мы тогда рассмотрим возможности нашего бюджета, которые могут, так сказать, там, вас поддержать в модернизации. В 2016 году предприятиям, где работают сотрудники с ограниченными возможностями здоровья, были предоставлены субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Для «Автоконтакта» сумма субсидий составила более 3 миллионов рублей. Что это нам дало? Во-первых, мы уже был приказ по неполному режиму рабочего времени, так как объем не хватает у людей, и сокращение. Мы от этого режим неполного рабочего времени сразу отменили, людей не сократили, тот коллектив остается здесь. И еще, это благодарно, и еще я, и коллектив может даже скажет, когда мы запускали на Робеспьера в 2008 году, Сергей Иванович нам выделил средства, и мы на эти средства купили автопогрузчик с захватами, чтобы рулоны. И он этот погрузчик до сих пор работает, и мы его сюда переведем, и будет также работать здесь. На сегодняшний день в Ульяновской области работают 3 такие организации, в которых трудоустроено более 250 человек с ограниченными возможностями здоровья. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.